Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, мы на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Loco Parentis. Как это переводится, я без понятия, если кто-то видите. Глава старуха, то есть вот, игра начинается вот с того, что мы помотаем вот сюда. Мы какие-то новоседы, там девушка. Ой, новоседы, говорю. Новоседы. Как это называется? Короче, ладно, забей. Глава старуха, значит, у нас есть блокнот, используя колесико. У нас есть какая-то задача, но я... Так. Передвижение. Взять предмет, выстрелить. Смерено предмета в руке. Перелистывание блокнота. Включить фонарик. Бросок предмета. Ускорить. Присесть. Блокнот. Пауза. Открой дверь, чтобы начать. Закрой дверь. Опа. Так. Ты кто, мазафака? Соседка? Что надо? Помоги мне найти мою маму. Что здесь происходит, задача? Кажется, это была соседская девчонка. Понятно. Задача, что здесь происходит? А позвонить я никому не могу, что ли, получать? Могу зайти, откуда вышла эта девочка. Так, что здесь у нас? Рисунок. Что за рисунок? А, кого-то затащили. А где фонарик-то? А, или у меня еще нету фонарика, типа? Подожди, там кто-то плачет. 90-я хата. Маленькая рыжая девчушка так похожа на то, что я знал в детстве. Вот что значит семейные черты. Ты ж мужик, открывай! Не, никто не открывает. Я очень странно, почему нету настроек, как бы. Усюки не открывают никто. Это моя квартира, да? О, тут какая-то записка, смотрю. Найди мою маму. Так, это что такое? 4 января, 7:15. Опять у этой старухи приступ белой горячки. Чёртова клятва Гиппократа. Лучше бы не откачивала ее, осталась бы со своими чертиками. Она невыносима, вечно пьяная, сумасбродная, конфликтная. Жалко эту рыжую девочку, к которой она постоянно цепляется. А, звониться-то я не могу. Дать могу. Так, двери заперты, окей, хорошо, значит, сам... Странные дела в подъезде. Она вниз ушла или наверх? Я не помню. Пойдем. А, наверх я не могу. Пойдем вниз тогда. Да, очень странно, почему нету... А, почему нету... Настроек? Я никаких не видел настроек. Поэтому... Ой, ёб твою мать, ничего себе. Попалась подскуда! Ты грязное существо! Отродье! Портишь всем жизнь! Я тебе покажу! Я тебе сама жизнь в ад превращу! Тварь мелкая! Тебе теперь не убежать! Ордер на выселение! Я вижу тебя! Я не боюсь тебя! Проваливай отсюда! А позвонить нельзя? Так, у нас поменялось что-то. Этажом ниже выход. Кажется, это была соседа твоей мать, старуха утащила девочку. Нет, это не моя проблема, нужно уходить отсюда. А, это собака, что ли? О! Ну, собака, короче, не открывает, да, походу?
Это что? Почему фонарика-то нету? Что это я могу взять? Че? Вот шкаф, короче, непонятно. Нет, наше прошение о ее выселении приняли, и мы заживем спокойно. После смерти ее внука стало невозможно жить с ней рядом. Я, конечно, понимаю, что это трагедия, но нельзя же себя так запускать. Че, нельзя позвониться, да, тоже? Так, тут опять нам никто не открывает, тут собака... Это что за шарик? Оно? А зачем мне шарик? А? Кто знает? Как вообще можно так низко пасть? От нее же смердит за километр, а ее внешний вид просто отвратительный. Человек вообще может что-то спиртного пить? А если судить, эти возле ее квартиры. Наверное, его просьбу убрать, если я получила тонну матов в свой адрес. Это просто какой-то кошмар. Да блин, ну дайте кто-нибудь-то мне ответьте. А зачем мне шарик? Мне кому-то нужно отдать этот шарик или... Так, ладно, погнали. А дверь... Чё, нет, почему не открывает? Так, отпусти. А, вот открывается, так. Может быть, здесь что-нибудь еще найдем из истории? Мусорный бак. Так. А, может быть... Сделаем уборку? Порка в доме. Это что? И нижний, да? Так, присесть могу. Нижним тоже пусто. Окей. Это что там такое? Я не вижу. А, тоже бутылка. Нахер мне твоя бутылка? Так. Тоже бутылки? Нет, но убираться я не буду. О, фонарик! Ёптель. А я и не заметил. Смотри, фонариус. О, дверцу можно посмотреть. А, ну тут лифт, там ничего, по-моему. Вот тут, во-во-во-во, давай посмотрим. Тоже бутылки. Такое говнище. Так. Так, отлично. О! Я... Чего, блин? Да не свети ты так, ёптель. Светит, что не видно ни хрена. Я всю жизнь здесь живу. Она тоже. Понятно. А, у фонарика есть энергия. А, стоп, мы и у лифта не посмотрели вещичку. Вообще, вещички. Блин, жалко, что нет настроек, потому что, ну, это какой-то бред. Я по сенсубу увеличил. Видимо, лифт сломан в этом доме. Так, ну ладно, погнали тогда дальше, вниз. Дождина, типа, за окном. О, что за ящик? Еще один тапчик какой-то. Вообще нет света. Этажом ниже выход. Это все мне снится? Что произошло? Что за... Ой. Я потерял свой фонарик. Мне теперь страшно спускаться по подъезду. Ничего, купим тебе новый. Купите, а, да, я не отдам уже. Ты ж малой. Фонарик еще дай один, а? Пс-пс. Так, ладно. Малой, короче, потерял фонарик. Мы его подобрали. Он хотел спуститься тоже вниз. Кто-то мусор какой-то вышел. Классно, нет? Так, хорошо. Опа, уже кончается. Смотри, этот. Че, гоните, что ли? Фабра, зачем?
Так, давай быстрее тогда, бегать я умею. А, умею бегать, смотри, да. Нет, тут никто не отвечает. Здесь у нас у лифт. Что это такое? О! Опа, ёпта! Да? Фонарик-то включи! Что за прикол? Ой, цраку. Там приехал лифт же, нет? Мне вниз, нет? Ладно, какое-то странное радио. Магнитола какая-то странная. Так, ну давай спускаемся тогда еще ниже. Ну, а, ниже все. Это конец. Только не говорите, что мне нужно подметать здесь. Воу-воу-воу, это что такое? Ёб твою мать! Где фонарик? Фонарик не работает? Что-то не так с водой! Меня сейчас пытались утопить, что это было вообще? Что здесь вообще происходит? Да, непонятная хероборина какая-то. Помоги мне, найди. Что это такое? И все, больше тут ничего нету? Да. О, подожди, вот здесь не были. Не смотрели в ящиках. Видите? А это банка, так, а здесь... Понятно, что здесь тоже ничего нету. Так, мальчик, гулять пойдешь? Не. Короче, тут никто не открывает. Да? А слушай, здесь смотри, опять это говно началось. Опа, туда ушла вода. Чего там? Одни голодны. Светок обижает. Батареи и патроны, без них ты безоружен. А где патроны? Что происходит, мазафака? Дядь, подарок. А, вижу. Подарочек. Старуху уже не убить, но припугнуть ее пистолетом попробуй, мама. Пистолетиус. Что происходит? Напугать старуху. Револьвер и немного патронов. Здесь не придется кого-либо стрелять. А, R это просто. А тут уже, ты же сказал, еще батарея есть. Так, ну пойдем к старухе, что делать? Так... Так, конечно, смешно выглядит этот пистолет, да? Ну, пойдем припугнем старуху, ведьму, тварь. Иди сюда. Глупая затея. Думаешь, у меня на тебя не хватит сил? Опа, телефон. Чего? Красные шарики? Ёптель. Я же где-то здесь его оставлял, нет? Ёп! Твою мать! Ты кто нахер? Дядя, ты кто? Пошел отсюда. Упырь. О, красный шарик. Я пошел.
Ай-яй-яй-яй! Сучка, напугала. В смысле, я что, умер, что ли? Как так-то? Я же нажал красный шарик. Серьезно, я умер? Не стой! Шарик! Найди красные шарики! Это ее дыхание! Спеши, пока не стало поздно! Пишу. И что делать с красными шариками? Несите. Так, один шарик я нашел, нет? А вот еще один. А что делать-то с ними? А, просто, типа, найти и отпустить, типа, да? Ну, алло. Так, один я нашел, так, второй нашел, точнее. Так, там какие-то записки, не буду пока читать. Я вниз спустился, да? Так, тут нету их. А еще ниже я могу спуститься? Эй, ёп твою мать! Дышу! Твоя взяла! Иди, забирай! Забирай эту мерзость! Я не буду мешать! Фу, блин, нахер. Пугало. Они голодные, свет их обжигает, пули рвут их тела. После каждого выстрела я дам один патрон где-то рядом. Батарея патронов, без них ты безоружен. Так, да подожди, а где моя... Где тёлка-то эта? Ой, девочка, в смысле. Нет, мне нужно наверх, наверное, подняться, да? Я же все время вниз спускался от этого. О, вот-то, да? Опа. Что это такое? Что все зависло-то? А, ну, нет. Привет, мамочка! О, здорово! Как дела? И тут ты лежи, слышь? А, суицид? Окей. О, что-то могу... А, я ничего не могу подобрать. Просто заставка. Так, подождите. Нет задач, почему? Ёп. Она почти до меня добралась. Мне так пришлось. Хорошо, что старая мама помогла. Хотя зачем она это делала? Я слаба. Но ведь ты поможешь мне выздороветь и снова стать сильной. Ох, этот здесь. Как не кстати. Почему мне не дают просто побыть с мамой? Уйди! Замолчи! Пусть перестанет! Пусть перестанет! Пусть перестанет! Пусть перестанет! Что за чертовщина здесь происходит? Собственно говоря... Ремонт. Вечный ремонт. И днем, и ночью, и непонятно где. Он всюду. Внутри. Но его можно задеть. Ищи. По звуку. По грязи. Просверли. Просверли двери. Тварь, мы знаем, где ты живешь. Если ты еще раз будешь сверлить ночью, но мы тебе эту дрель в глотку засунем. Задрал всех. Бывает. Бывает такое. Так, Собственно говоря, мне теперь нужно найти дверь, где сверлят. А чё фонарик-то не работает? Я чё-то не понял. А, я потому что... Я говорю, чё фонарик не работает, потому что я его не включил. Да, долбан, блин.
Я просто хотел сделать красивый ремонт. Так, ну, видимо, все, да? Я просверлил. Что там по задаче? Сверли дверь, за которым идет ремонт. А, еще, может быть, кто-то есть, да? Так. Что здесь? Ничего. Ну, бля, вот это на самом деле, да, бессмысленная затея, что я это делаю. Пепельница. Пепельница. Это что-то новое. Так. Ладно. Пойдем вниз тогда, да? Потому что наверх... А, не, наверх, смотри, могу. Ну, давай попробуем наверх. А наверх что? О, записульки. Обратиться в полицию. У вас там ремонт? Я не слышу. А, записульку я могу взять? Нет, мне, наверное, выкинуть на нее. А вот теперь записульку. Так, теперь дрелюху. Ой, простите, пожалуйста. Не мог позволить себе переехать. Решил просто сделать ремонт. За что это все мне? Неправда. Возьми, я сказал, дрель. Взял человека, просверлил его и простите. Ну, бывает. А ну, а как по-другому? Так, вот еще где-то здесь, скорее, краски, фигаски. Так. Я убью! Убью тебя, тварь! Не оборачивайся. Хорошо. Я обернулся, что дальше? Ай, ёб твою мать! Собака какая скрематотная, а? Что там за записулька? А там собака Дару обращаться в квартиру. А, это, видимо, где она лаяла, да? А подожди, в какую квартиру, дай почитать. Я не вижу. А ты видишь, обращаться в квартиру в какую? 80, видимо, да? Наверное, 80. Так, подожди, а что еще теперь мне нужно? А дрель-то все уже? У меня задачи-то какие? Сверлить двери, кровь это кровь, пожалуйста, кто-нибудь скажи, что это все мне только кажется. Значит, да. Так, а давай включим здесь тогда щиток. Без света-то они все тусуют, да? А, вот здесь тоже надо просверлить. А у меня дрели закончу. Стоп. Нет, ничего, мне показалось. Я думал, там записулька какая-то. Сейчас тогда тебя тоже просверлим, упырь. Так, но мне нужно за дрелью тогда сходить. Так, а дрель у нас где? А дрель у нас, по-моему, внизу было, да? Так, ну давай бегом. Ок. Бег. Ну какая-то модная дверь, она, смотри, она на аккумуляторах без этого. Без провода. Ну что, собака, тварь? На! Опа-на! А, крепко зацепила! Ничего, у меня хватит силы на тебя! Я его временно отвлекла. Не бойся, я хочу помочь. Голодных ты знаешь, но это меньшее, что бывает. Видишь мячик в центре комнаты? Не трогай, это зараза! Видишь, жучкам плохо. Посвети фонариком. Поближе. Поближе? Они могут быть везде. А-а-а. В маленьких вещах. Будь осторожнее. Он здесь. Он пришел за тобой. Чё? Но мне теперь легче. Спасибо. Только не ходи к нему. Двигайся только в одну сторону. Ах, он сжется, и весь этот его шум. Знаю. Его штуки. Эти его инструменты. Он держится за них. Выброси скорее со всех этажей. Убери этот мусор туда, где ему и место.
Куда я выбросил, не выбросил? Это говно сжигается? Не сжигается. Так, мне нужно найти его инструменты, ссаные. Ремонтник херов. Так. Я правильно скидываю, что туда скидываю или неправильно? Валик. Так, иди нахер отсюда, валик. Нет! А куда мне нужно скинуть это? Подожди, что за... Подожди, что там у нас... Где? Выбрось в мусор его инструмент. А, в мусор прям нужно выбрать. Ничего себе, это тяжело же. Так, бегом. Блин, тут еще же все через жопу сделано. Так, ну давай, хорошо. Где Валек? Валек, Валек. Валек. Ну давай сюда быстрей. Тейк. Скогубцы. Блять. Так, плоскогубцы скинул. Валик. Давай, подбирай валик. Валик. Валик тоже скинул. Так, и теперь рулетка осталась, да? Так, рулетку. Рулетку, рулетку. Так, и рулетку скидывай, давай. Ты скинул, выкидываемся. Опа-на! Что ты делаешь? Прекрати! Это была моя жизнь! Ой, твою мать! В смысле, твоя жизнь, иди нахер, баран тупорылый. Так, все? Или не все? Ой, ёб твою мать! Страшно. Ай, ёб твою мать, нельзя и туда, что ли, подниматься. Наверх надо подниматься. Отстань, да? Ну это нечестно. Ну я же светил в тебя вроде, нет? Так, где мы? Опять мусор выкинуть? Я же выкинул. О, боже мой. Ну ладно, давай еще раз попробуем. Так, мне нужно наверх просто подниматься, а не вниз. Я что-то забыл, что мне... Что я... Ну ты, короче, понял, да? Тупанул, тупанул. Так. Так, плоскогубцы скинули. Текс, текс, текс. Ептель нахер, моптель. Такого же не было прикола. Прежде чем что-то уничтожить, подумай о последствиях. О! Это говно, да? Или нет? Ага. Так, давай эти самую рулетку. И тут валик еще должен быть, да? Где-то. Ну, валик, 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 валик. Валик, валик. Ты хоть знаешь, что она со мной сделала? Со всеми нами здесь. Ёп! Упырь. А что ты здесь делаешь? Мне вниз тогда, получается, надо, да? Да, вниз, так. Ёп! Так слышь, так а как тут пройти-то? Ё-моё, хорош меня пугать-то уже. Что там было? Так, подожди. Если мы... Да, вот тупая система с этими рукоятками. С этими как. Подожди, я не понял одного. Шпатель. Так, а почему я не могу уйти? А что за животное-то прилетает такое, да, непонятное? Я упал? Упал, да. Так... Мне нужно вначале, может быть, чем скинуть этот мусор, найти всех вот этих тараканов или нет? Так, молоток, сказал, возьми. Я что-то не понял, суть-то какая в этом. Ну ладно. Так, пойдем, короче, выкинем. Ну, точнее, не выкинем, мы засунем просто в мусорное это ну ты понял. Мусорный этот. Так, выкидывать, да, не будем. Сейчас, смотри, жди.
Что-то мне не нравится, что вниз, так, вниз я могу. Вниз не могу, он внизу. Так, значится, я наверх могу. Да хорош дышать-то так сильно. Так, наверх я могу. А-а-а! Иди нахер, я на тебя свечу, ты не можешь. Пошел вон. Не потому, что много лет назад здесь закончилась с тобой старуха, а потому, что сосед дебил. Сосед дебил. Алло! Не, а вот что за прикол? Я нажал ему фонариком в рот. Что за бред? Короче, ладно, ребят. Не знаю, что делать дальше. Если есть у вас какие-то идеи, пишите мне, пожалуйста. А это был Шмыга. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока.